Здравствуйте! Сегодня мы покатаемся в игре Омщи на вот таком вот автобусе МАЗ с гармошкой. Сегодня я вам его покажу. Правда, я видел у других, можно так крутить вокруг автобуса, но у меня так не получается почему-то. Я не могу крутить никак. Ну ладно. Но в этом дело, но сегодня мы поедем на нем по третьему маршруту. Сначала берем, включаем электричество в салоне, включаем двигатель, включаем вот эту штуку. И спокойно можем ехать. Больше не будем ничего такого делать. Я не понял, я просто подумал, медленно едем. Это просто заглючило что-то у нас. Теперь выезжаем на ТАЗ маршрут. Можно здесь поставить. Но что-то здесь окошко у меня пропало, значит поедем там. Вот как этот автобус выглядит в салоне, снаружи он выглядит. Возможно, сейчас на нас автобус сядут пассажиры. Да, пассажиры садятся в салон. Все, мы открыли двери, и у нас садятся пассажиры. Все, теперь закрываем двери и поехали. Как он смотрит со стороны, большой автобус с гармошкой. Это поехали вот по этой карте. Сейчас будет остановка. Даже разговаривают. Теперь мы останавливаемся. Как остановка называется? Что-то я не увидел. Сейчас смотрим. Вот тут прям по-настоящему шумит. Вот обычно это вот сейчас открываем двери. Открыли двери, ну ладно, никто не зашел, поехал. Ай! Ай-яй! Ай-яй. Не надо. Поедем дальше. Он почему-то начал плакать. Я понимаю, с чего это связано, сейчас остановимся. Может, я... А, я просто с дороги ехала. У нас пассажиры, кажется, вышли. Да, у нас мало пассажиров осталось, к сожалению. Потому что автобус нормальный. Хватит трясти еще.
Сейчас мы подъезжаем к остановке. Затормаживаем. Что-то он прыгает у нас. Открыли дверь. Сейчас посмотрим, вот эти люки, к сожалению, не работают у него. Как вы видите, здесь ездят трафиковые автобусы. Вот только что трафиковый автобус проехал. Ой, ой, чуть-чуть стула проезжаю. Ой. Мы сейчас дальше поедем, конечно. Я не умею управлять этим автобусом. Из-за того, что мне очень понравилось. Тем, что у него есть гармошка и так много дверей. Поэтому я его сниму видео. Красивый мост, пролегающий через реку. Посмотрите, как красиво выглядит река. Очень реалистично выглядит. Теперь мы опять к какому-то городу подъезжаем. Тормозим, тормозим. Еще. Хватит уже трястись. Старик ключ. Ой, нельзя ехать осторожнее. Ай. Будем от третьего лица лошадях. Потому что так безопаснее. Смотрите, теперь лица всякие глюки начинаются. Остановились. Вот тут вы можете видеть у него. Здесь есть отдельная дверь. Много дверей у него, у этого автобуса. Даже тут отдельная дверь имеется. Жалко, открыть ее нельзя. Только он глючит. Пожалуй, здесь мы закончим.